Всем привет! Вы смотрите Черное море каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно записывайтесь на мои экскурсии, подписывайтесь на мой канал, все ссылочки для вас я оставил в описании. Сегодня 2 октября. У нас по-прежнему тепло, но ветрено. Температура воздуха 26-28 градусов. Достаточно жарко, я бы сказал. Море слегка волнуется, но вода прозрачная. Время 10:30. Пока еще немного людей на пляже. А нахожусь я рядом с пляжем Цирк. Вот через забор он от меня. Поэтому здесь гораздо меньше людей, чем на общественном пляже. В этом и прелесть этого места. Вот такая погода сегодня в Сочи. Обязательно записывайтесь на мои экскурсии, подписывайтесь на мой канал, смотрите Черное море каждый день.